Хей-хей, с вами тот картавый парень, и это очередная всяка, ребят. Это просто видео, для тех, кто не знает, для новеньких, над которыми я не особо парюсь, на которые я просто выговариваюсь, болтаю, слова, речи выходят из моих уст, и так все и происходит. Да, раз в несколько месяцев, когда я немножко устаю от графика и задолбываюсь монтировать длительные ролики, я просто выпускаю такую всяку. Да, это по сути затычка для графика, на которой ничего, никакой смысловой нагрузки нету, на которой я просто выпускаю пар. Это уже получается моя нерегулярная, но постоянная рубрика. Итак, что сегодня хочу рассказать вам, да всякую хочу рассказать вам. Например, что происходило, что происходит и будет происходить с каналом. Ну вот, к примеру, вы, наверное, заметили, что монтаж кое-как изменился. Например, я сделал ремейк своего интро, своей заставки, уже со своей собственной написанной мной уже музыкой. Ссылка на мой музыкальный канал в описании. И да, ремейк интро. Помимо этого, я начал, как вы видите, поменял переходы, начал менять тип монтажа. Сложность монтажа, качество монтажа, я меняю стиль монтажа, в принципе. Все это связано с тем, что я решил, что предыдущие стили и направления, они уже немного не соответствуют тому, что я хочу видеть в канале. Я повышаю уровень качества, повышаю планку, все для вас, ребят. Я стараюсь расти, и вместе с этим не только, чтобы росли мои навыки, но и как я эти навыки показываю и преподношу вам. Немножко поменяю схему обработки звука, но над этим я еще работаю. Не знаю, то, что вы сейчас слышите, это будет какая-то финальная постоянная версия звука или просто еще одна тестовая обработка. В общем, это, знаете, такие мелочи, которые не все даже, не все обратят на них внимание, не все заметят, но это важно, из этих мелочей строится стиль, качество и так далее. Также это связано все с тем, что я немного меняю процесс работы. В том плане, что, вот, например, вы, возможно, сейчас видите в кадре Adobe Audition. Это программа, через которую я уже много месяцев записываю свой голос и обрабатываю его через эту же прогу. Но, помимо этого, я также монтировал, проводил основной монтаж роликов в таком редакторе, как Movavi Studio. Movavi — это достаточно простой редактор с готовыми пресетами, какими-то с таким приятным дизайнерским интерфейсом, с интересными функциями, но очень такой минималистичный и простенький, для любителей. Я не то чтобы прям профан уже сейчас в монтаже, но я до сих пор сидел, спасибо за уведомление, но я до сих пор сидел на Movavi просто потому, что мне не требовалось большего. Сейчас я сам уже хочу большего, я хочу, чтобы мои ролики выглядели уникально, у них был выверенный стиль, оформление и так далее. Поэтому я полностью при работе над видео перехожу на семейство Adobe. Я, наверное, отключу звук, чтобы ничего не попадало, хотя шумоподавление у меня хорошее. Итак, я перехожу на семейство Adobe. Что это значит? Я буду, как и раньше, записывать, обрабатывать звук в Adobe Audition. После этого я буду монтировать основной костяк ролика уже не в Movavi Studio, а в Adobe Premiere. Это профессиональное устройство, профессиональный редактор от Adobe для монтажа видео. Какие-то дополнительные эффекты визуальные я буду делать в Adobe After Effects. Собственно, в нем я уже работаю, в нем я клепаю визуализаторы для музыкального канала и делал несколько заставок, некоторые эффекты там же. Например, заставку для уже заброшенного канала Altsgamer. Она тоже была сделана в Adobe After Effects. Я уже в какой-то мере неплохо так разбираюсь в After Effects, никаких профессиональных эффектах я еще не говорю, мне еще многое предстоит изучить, но мне хотелось бы уже начать говорить об этом приложении на канале, поэтому где-то через месяц или два выйдет первый ролик. Что это будет за ролик по Adobe After Effects, вы узнаете уже на релизе. Вот так вот, основные новости в том заключаются, что я меняю немножко стилистику обработки работы над видео и меняю программу монтажа. О чем бы я еще поговорить хотел, даже не знаю. Например, на следующей неделе у нас начинается в моем телеграм-чатике такой мини-челлендж.
он связан с дракошками, и в чем он заключается? Перед каждым сезоном, за неделю до начала каждого нового сезона, весеннего, зимнего, летнего, осеннего, будет такой челлендж проводиться у меня в телеграм-чатике. Все, кто хочет, принимают в нем участие, и заключается он в том, что нужно нарисовать дракошек, своих собственных, каких-то уникальных ваших дракошек, можно чиби, можно полноценных, на тематику предстоящего сезона. То есть вы можете провести, например, вот у нас сейчас наступает весна, вы можете провести драконификацию весны, нарисовать драконификацию весны, а можете нарисовать просто вашего личного дракошку, который, например, вас символизирует, да? Который занимается чем-то, что связано с весной. Например, собирает цветочки, прыгает по лужам, там, в галошах каких-то, да, резиновых, я не знаю. Что-то такое. Вот такой вот челлендж. Он начинается в это воскресенье в полночь по Киеву. И времени дается ровно неделя. То есть до начала весны, до 1 марта, до полуночи. За это время, за эту неделю нужно будет нарисовать вам дракошек и выслать их мне. Хотите, можете даже записывать процесс рисования. Неважно, вы в традишке или вы в каком-то редакторе работаете. Даже не обязательно в Clip Studio. Это вообще никак не связано. Можете записывать процесс, можете просто арт мне выслать, но участвовать могут только члены моего телеграм-чатика, потому что там это все объявляется, там это все регулируется и так далее. После этого, примерно через неделю или через две, я собираю весь материал, записи процессов или просто изображения и рассматриваю его, вот снимаю, в общем, ролик и выкладываю это все на канал. Вот такой вот мини-челлендж, надеюсь, вас заинтересовало, я надеюсь, что вы, в принципе, это видео смотрите и вы узнали об этом челлендже, потому что всякое это такой формат, который смотрят только мои самые преданные фанаты, наверное, потому что это такая просто балабольная рубрика. Вы, наверное, замечаете, что я даже немножко так не вырезаю какие-то мои эки-бэки-мэки, просто потому, что это очень такая вялая рубрика, которая, как я повторюсь, является заглушкой для канала, когда мне нужно отдохнуть немного, но при этом, когда я не хочу нарушать график. Ну вот, как-то так и работается. Также хочу вот воспользоваться возможностью, потому что я знаю, что это видео посмотрят далеко не многие, и именно поэтому я не хочу впихивать вот это, то, что сейчас скажу, в какой-то основной ролик, потому что это будет звучать навязчиво, но просто хотел напомнить, что у вас есть возможность, если что, если вам нравится то, что я делаю, поддержать меня на Патреоне, возможно, на стримах донатиком, возможно, за подписку, опять же, на том же Патреоне, за который вы получите массу призов, в том числе материальные. Что за материальные призы? Ну, например, если вы являетесь моим патроном в течение 3 месяца на определенную сумму, там все на Патреоне можно узнать, то вы получите там либо постер, либо кружку, либо, по-моему, свитшот, либо что-то там, еще четвертый приз. А, стикер есть, да. Вот, также можете получить доступ к WAV, либо же WAV файлам моих композиций. WAV формат — это самый непережатый формат для музыки. То есть вы получите возможность скачать мою музыку, которая все еще является не копирайченной, вы можете вставлять ее куда угодно, если, конечно, вставите ссылочку на меня в описании ролика. Вот. Всякие доступ к обоям на рабочий стол, которые сделаны из моих артов. Причем довольно неплохие рабочие столы получаются, как мне кажется. Я буду указывать ваши никнеймы в роликах, на таких страницах и так далее. Я даже буду рисовать вам на заказ. Это все эти призы, они есть на Патреоне. Можете там ссылочки прийти, почитать. Вот. Я выбрал именно всякую для того, чтобы так детально поговорить о Патреоне, потому что я не хочу навязывать это никому. Я просто хочу еще раз напомнить об этом людям, что есть такая возможность. И я прекрасно знаю, да, что всякую мало кто посмотрит. Только самые преданные фанаты. Вот. Поэтому я не хочу никого отпугнуть. Я никогда не попрошайничаю. Я не кричу об этом на каждом углу и в каждом видео о Патреоне и других методах поддержки, да. Я даже в чатике, в Телеграме об этом заикаюсь, может быть, раз в несколько месяцев. Ребята не дадут соврать оттуда. Вот. Ну, я достаточно выпустил пар, достаточно рассказал. Видео в очередной раз ни о чем. В этом-то его и суть. Что ж, всем спасибо за ваше время и всем вдохновения.